Всем привет! Хочу рассказать, как делать гифки. Для меня этот вид записи новый. С рабочего стола я еще не записывал, поэтому, возможно, буду делать какие-то ошибки. Ошибка не ругайте. Вот. Для того, чтобы нам сделать гифку, что нам понадобится? Нам понадобится файл, с которого мы хотим сделать гифку. Видеозапись и три программы. Vegas Pro я использую для редактирования, собственно, этого видео. Photoshop и Adobe Media Encoder. Так, приступим с того, что посмотрим ролик. Если у вас есть готовый ролик, пожалуйста, можете использовать. Если нет, можно скачать, допустим, с YouTube любой понравившийся вам ролик. Для этого мы и перед вот в адресной строке перед словом YouTube после точки ставим курсор и ставим две буквы S и нажимаем Enter. У нас перекидывает на сайт загрузчика. Можно скачать приложение, но можно и без скачивания приложения. То есть вот кликаем сюда, скачать без установки. После того, как файл скачали, например, у меня вот этот файл я скачал. Так как я выкладываю ролики в своем канале, поэтому как бы я пользуюсь видеоредактором. Я использую Vegas Pro. Поэтому мне как бы удобнее Vegas Pro. У кого-то другие могут быть приложения, программы. Я использую его. Открываем Vegas Pro и добавляем наш файл. Открываем. У меня не самый быстрый, поэтому тормаживает. Ну, потом мы увидим вот этот фрагмент 5-секундный, мы из него сделаем гифку. Так, теперь нам нужно визуализировать как. Все, наш файл рендерится. Итак, все готово, наш ролик. Готов, вот он. Давайте посмотрим.
эта программа нужна для того, чтобы разбить наш видеофрагмент на картинки. В данном случае мы используем формат JPEG. Так, 1080 на 24 кадра в секунду. И укажем место сохранения. Для этого рекомендую создать папочку на рабочем столе, чтобы у нас не путаться. Вот у меня папочка создана с названием номер 13. Открыть и сохранить. И нажимаем play. Запустить в очередь. Итак, все, мы наш ролик разбили на фрагменты, на фотографии. Процесс, вот галочка у нас, что выполнено. Все это мы сворачиваем. Вот наша папочка. Откроем, проверим. И вот наш видеофрагмент мы разбили на фотографии. В ценном соотношении убавить до 25. Здесь, значит, название. Здесь ставим GIF, чтобы у нас было. Здесь, значит, выбираем GIF, чтобы у нас был формат. Ну и здесь можно будет поэкспериментировать, по настройкам повыбирать и увидеть, как будет изменяться наш размер нашей GIF-ки. Идет процесс сохранения. Все, наша гифка готова. Вот она сохранилась. Проверим. Забыл добавить. Вот в этой вот в области параметры повторения здесь ставим неоднократно, а повторять. То есть, чтобы наша гифка она зациклилась и ходила по кругу. Ну и собственно вот что мы получаем. Наша гифка она в таком виде, ее уже можно будет добавлять в социальные сети, куда-то загружать. Ну, ранее я сделал такую вот гифку. Ну, вот так несложно можно сделать гифку. Это один из способов, вариантов их есть. Но я использую именно вот этот способ.
Какие программы я использовал, я кину ссылки в описании на скачивание. Можно будет их скачать. Вот. Ну, собственно, все. Всем спасибо, удачи и пока-пока.